Дорогие мои, мои любимые, мои сладкие, наконец-таки я все-таки достигла. Нет, не я, мы вместе достигли этого. Вот я приготовила мой тортик. Вы не поверите. Эстеван, помоги мне, кухоль тарта. Сейчас мне помогут. Они мне сделали шарики. Мне говорят, иди, говорит, а переоденься туда-сюда. Будем ролик делать, говорит. Я говорю, хорошо. И вот, смотрите, какой... Кирилл Синярна. Вот, смотрите, какой у меня тортик. Маленький, аккуратненький. Но я с вами всеми угощаюсь. Смотрите, что они мне приготовили. Смотрите, шарики. Шарики мне поставили. Как будто у меня день рождения. Как мне приятно, как я счастлива. Сейчас я сделаю с вами... Как это говорится? Ой, короче, я вся растерянная, ребята. Вот моя дочка. Иди сюда, доченька. Иди. Надо, nosotros hacemos esto, и luego salimos по fuera, я та, да, мой вечеру. Ой, девочки, мои любимые, мои сладкие, вы не поверите, сколько мне это трудов обошлось, сколько это мне ночей, все, это нелегко. Но, девчонки, я вам скажу одну вещь, я очень и очень вам благодарна. Я бы хотела с вами моей радостью поделиться, поэтому хочу сейчас зажечь эти свечи, и давайте вместе загадаем желание. Желание, знаете, что загадывать? Я буду лично. Буду просить у людей доброты. Чтобы мы все оставались людьми. Ведь нам, людям, вообще ничего не надо, если так рассудить. Ни от кого мне ничего не нужно. Я думаю, что многие такие, как я. Что нам что нужно? Только теплого слова. А иногда такое ощущение, что, девчонки, что это прямо так, так дорого. Люди забыли, что... Что все-таки всем то, что нам приятно, что всем это приятно. Я вообще ничего от вас не прошу. Единственное, что хочу, девчонки, давайте жить дружно. Как сказал в одном мультике, мой любимый мультик. Сейчас я вам покажу мой тортик, смотрите. Вот я его, ой, как я его показать? О, я, девчонки, вся в растерянности. Эстеван, ты мне поднимешь вот так? Желаю, чтобы нас было миллион, и чтобы мы вот так всегда были дружны. Вот мой тортик, вот мои свечечки. Давай, иди сюда, Эстеван. Вот так. Теперь надо похлопать Кайтана. Девочки, вот такая у меня маленькая семья, но такая дружная. Смотрите, как мы все дружно сели. И все мы ждем, что мы все ждем тортика. По кусочку, если честно, я на вся на таких эмоциях. Мои шарики даже не видны. Девчонки, подарила бы я вам каждому по шарику. Посмотрите, какая красота. Сейчас я еще сделаю фейерверки. Ребята, мои золотые, мои девчоночки, мои сладкие. Как я вам всем благодарна. Посмотрите, как я назвала ролик. Вам всем хочу сказать спасибо. От всей моей души. От всей... Вот надеюсь, что я вас не разочарую. И надеюсь, что вы меня не разочаруете. Ой, девчонки, я даже губы забыла покрасить. Что ты хочешь, поцелуйку? Мы друг друга любим, да, же, Кайтана, ты любишь меня? Какая у меня девочка красивая, хорошая, умная, добрая, нежная. Моя прелесть, девчонки. Смотрите, какое на ней платье красивое. Это мы в Ачееме купили. Ей очень подходит это платье. Мне оно очень нравится. Девчоночки мои золотые, мои дорогие, мои любимые. Я даже губы забыла накрасить. Хотела на... Я все... Не поверите, как будто мне... Не знаю, машину купили, что ли, новую? Что-то вроде бы такого. Вот такие же у меня... Эти были, когда... Дверь закрой, доченька. Когда у меня вот... Когда муж поехал за моей машиной и привез мне машину, у меня вот такие же тоже эмоции были. Смотрела, как будто и не верилась, что у меня вот такого человека простого, обычного, будет машина для меня. Это как будто я в космос летела. Вот сейчас то же самое. А ну покрутись, доченька, покажи, как ты крутишься. Видите, она тоже довольная, счастливая. Все-таки это вся наша заслуга. Вы, наверное, мне не поверите. Вы, наверное, подумаете, ба, чего она здесь? Если бы вы знали, это не так легко. Это не так легко. Смотрите, время какое. Мне завтра 3:30 вставать. Как минимум 4 хочу быть на работе. И я здесь с вами. Почему? Потому что
хотела с вами поделиться этими всеми эмоциями и все. Это вода, да? Это вот. Почему жало? Ага. Девчонки, хоть нельзя водой чукаться, я чукаться не буду, но все равно за ваше здоровье. Сейчас я буду фейерверки зажигать. Я не знаю даже, если я вам сейчас сказала бы каждый день, как я встаю, как я работаю над этим, с этим Ютубом и все, вы бы мне сказали, да, она обманывает, такого не может быть. Я бы, если бы вы знали, сколько я сюда... Я не буду, вы давайте кушайте. Если бы вы знали, сколько я сюда труда вложила, сколько я эмоций вложила, сколько я вложила душу свою. Потому что это... На. Я на бой. Я на керу. Это про ти. Девчонки, самое главное, знаете, что я старалась? Быть самой собой, и мне было страшно. Я думала, может быть... Ну, понимаете, как я думала? Я думала, все здесь... Я вот захожу на эти блогеры, но я не хочу... Я всегда, я сейчас, если даже чуть поем, девчонки, мне плохо станет. Потому что вот настолько я вся на этом. Давай я попробую, если хочешь, доча. Какой вкусный. Я не могу сосредоточиться, не могу, вот знаете, вот настолько у меня вот зашкаливает эмоции. Вся на эмоциях. Никогда не думала, не знаю, как вам правильно сказать. Внутри глубины души я знала, что не только я одна такая простая, что многие есть люди такие простые. Но захожу на эти блоги, все, смотрю, о, они там такие дворцы показывают, они там такие хаты показывают, они там такие кухни, все на кнопочках, все так, все это, все такие выпендреловки. Там, если они показывают там свою ванную, там чуть ли там это. А я такая простая, думала, кто меня будет смотреть? А вот теперь думаю, нет. Нет, почему? Надо всегда в себя верить. А вот все-таки внутри глубины души я знала, что я же богиня. Я знала, вот я себя чувствую богиней. Что здесь плохого? Сейчас они вот это поедят, и мы пойдем делать фейерверки. Пох, я нервничаю, а ты? Ты тоже нервничаешь, я тоже нервничаю. Хотела губы накрасить, румяна сделать, и все. А, все забыла. Все забыла. Да, ничего страшного. Даже цветка красивая. Да. Какая у меня дочка красивая, какая она хорошая. Моя семья тоже, девчонки, вложили в это, знаете, свои силы, понимали меня, когда я им говорила, подождите, я сейчас сделаю ролик, подождите, я сейчас скачаю, подождите, мне надо сосредоточиться. Девочки, смотрите, у меня уже 10 тысяч. Как это, как бы это ни было, а как приятно. Вот это всем, кто в меня не верил. Вот. И мне даже... Ну, хорошо, что вы у меня есть. Могу вами поделиться. Вот вы заметили, что я с вами всеми эмоциями делюсь. Не хочу... Надеюсь, что я никогда в вас не разочаруюсь. Потому что я вас читаю, я уже вас по именам знаю. В Инстаграм вы видите. Когда бы вы мне не написали, стараюсь вам ответить. Сегодня, когда была я... На стриме с Хасаюрта ко мне заходили ребята, девчонки, из Махачкалы, из Киева, из Уфы. Не буду перечислять, а то ошибки сейчас сделаю, кого-то не назову, потому что я на эмоциях. Москва, Санкт-Петербург, Самара. Я была просто в шоке. Украина. Я сидела и думаю, Баку. Я думала, это что такое? Это что такое? Это же надо, сколько нас хороших людей. Я на этих просторах Ютуба, конечно, увидела многое, много отрицательного тоже, но все равно, девчонки, больше положительного я увидела. Больше положительного я увидела. Заметили, я одела свое платье. Это я уже второй раз одеваю, но оно мне нравится. Знаете, оно такое нежное, такое, знаете, легкое такое, домашнее, легкое платье. Я очень-очень-очень вам всем благодарна, девчонки. Я буду стараться не падать в эмоции, потому что,
Но все-таки, если так рассудить, 10 тысяч. Вы знаете, как мне было тяжело набрать первого 100. О, если бы кто бы знал. Кто бы знал. Все. Сейчас мы идем фейерверки делать. Вам со фейерверк? Канакерайс? Сейчас мы идем. Я не знаю, как ваши мужья, но мой муж начинает. Вокруг все сухое. Сейчас еще это может все сгореть. Ты, ой, не, давай туда куда-то пойдем. Я говорю, давай вот здесь во дворе их, говорю, сожгем. Говорю, а. Уна. Там, короче, 100. Он говорит, сколько будем сжигать? Я говорю, не знаю, но давай попробуем. Я же тоже никогда не делала. Я уже, он меня так напугал, что я уже не знаю даже, что сказать. Я говорю, давай вот сюда поставим, где свет вот этот есть, чуть-чуть, а то здесь темно, и будет красиво, говорю, и будет это все. Потом давай, Лайри. Пая, Каро, аки. Хорошо. Короче, здесь темно сейчас. Короче, сейчас мы готовим. Короче, пока он сейчас все приготовит, сейчас минутку, это вообще будет кошмар. Он у меня такой, знаете, рассудительный, все так обдумывает, все черное или белое, нет у него серых, зеленых. Я говорю, да ничего не будет. А он говорит, а вдруг это все упадет? И это все, вау, короче, девчонки вообще. Мне люди пишут из Инстаграма, наверное, меня поздравляют. Ой, девчонки, спасибо, спасибо, спасибо. Это тоже все хочет выйти. Я сегодня сказала, сегодня тебе разрешаю. Сегодня тебе разрешаю. Убери руки, Сарта, убери. Тебе стыдно, что ли? А, ты боишься? Чего ты боишься? Это так маленький. Как она разговаривает, как будто ей 2 годика. Ты что так разговариваешь, когда камера? Стесняешься? Она стесняется, девочки. Напугал он нас всех. Сейчас, короче, взрывы будут. Сейчас посмотрим. Здесь рядом. Ничего не будет, доченька. Ты ни за что не беспокойся. Я иду дома. Ты будешь домой сразу, если что, да? Да. Вот молодец, умная. О. Поля кидон люс, ну? Сино лавейс. Да, давай посмотрим. Так, девочки, готовимся. Этот у меня муж. Короче, на все руки мастер. Сейчас посмотрим. Смотрите, как он бежит. Поле 25 метров. Так. Вот и все, девочки. А он говорил, дом сожгем. А он говорил, дом сожгем. А он говорил, дом сожгем. Все сожгем. А он говорит, я пойду, говорит, посмотрю, как вам, девчонки, мне понравилось, Китай. Смотри на это, смотрите на нее. Ой, девочки, а мне понравилось. Ну неужели там 100 было, а, девчонки? Я 100 вроде бы заказывала. Чего ты боишься? Си, пая. И кия я бьясин? 49.
¿Esto los 49 ya no hay más? Hay otros 49. Pues ponemos, сейчас мы еще одну сожгем. Чего ты боишься, дура? Ой, девочки, какая дура. Дурная, иди сюда. Ты же оттуда ничего видеть не будешь, доченька. Ой, а мне так понравилось, девчонки, а вам? Представляете, мой фейерверк. Ой, короче, я все на эмоциях. А он мне говорит, ты что, упадет сейчас куда-то, все сожгем. Пожарных вызывать надо будет. Телефон в руках держи на всякий случай. Короче, не знаю, мне понравилось. Я думала, что что он? Я же говорю, мы 98 заказали. Ну, почти 100 заказали. Я думаю, что это все 100, что ли? Сейчас еще один мы стрельнем, подождите. Надо было, может, мне по-другому как-то снимать. Но... Не обращайте внимания, я же начинающий блогер. Так что вот так. Потом мне напишите, как вам понравилось или нет. Мне очень понравилось. Такой запах, знаете, как вам сказать, запах идет, как будто чуть-чуть пороха, что ли. Короче, запах пороха. Нет. Куда он пошел? Его за смертью только отправляй. И можно жить спокойно. Сорок девять, говорит. Так. Смотрите, как она горит. Девочки, это было красивее. Кайтана, ты даже не видела, какая ты странная. Мне бы такое в детстве сделали бы. Это сидит, плачет. Вот так, девочки, вот так мы исправляем, если что. Девочки, на 100 тысяч я не знаю, что я буду делать. Целую вас, я вас люблю, без вас этого всего бы не было. Сейчас он будет водой там тушить. Я представляю, соседи что скажут. Наверное, Хосе скажет, что это она исправляет. Его рога. Ой, это шутка, да? Ну, дурная, но шутка. Целую вас.